Domnul! Domnul! Я хочу его удостоверение. Îngrădiți cu arme automat, a să vindeți un căcat. Mă duc și eu să vă citesc. Domnule. Căcat o să vândă. Da, țara seama, sunt oameni, sunt copii aici. Da, păi oameni, da, și copii, oameni, sigur că da. Au făcut ei un căcat și acum noi grăim de căcat. Exact. Ieri trebuie să afle că sunt oameni aici. Eu vom explicat. Dumneavoastră le-ați dat întrebare, eu vom explicat. Da, noi de la 6 ne spui. Știu, nu știu. A tu tot. Мы люди. Меня Руслан, очень приятно. Данное дело сейчас на распутке. Это понятно. Да. Потому что он вышел, он вышел. Есть вопрос администрации, есть администрация, есть генеральный директор, есть дирекция. Зачем? Сейчас люди на работе, что? Люди покупают. Мы еще что? Мы имеем право протестовать. Раз. Пожалуйста, протестуйте. А зачем втекать охранника? А что? Зачем? Ему позволяется? А зачем он позволяет? А как зачем? А что вы не спрашиваете его, зачем он это сделал вчера? Почему вы не спрашиваете? Спасибо. И что он? Ну, что? Секрет в анкете. Да? Слепой. Слепой. Да. Не зря. Зашел собака в магазин. Так правильно. Он имеет право. Он имеет. Он закон. Он закон имеет право. Давайте по одному. Давайте по одному не будем цепь. Но он закон имеет право. Стойте. Стойте. Он зашел в магазин еще с одним знакомым. Еще с одним знакомым, который с ним я сегодня разговаривал, было прошлое, Дмитрия, да? И он сказал, да, я его знаю, я ему очень часто помогаю, и вместе с ним в магазин. Я понимаю, если бы он один зашел в магазин, собак, одно, подождите, пожалуйста. Да, кынели, если ты я читаю, если читаю, когда ты рафт, что продукты с ей. Кынели, он гидяза, да ну и спуня, все скрыли, ты рафт. Нет, я понимаю, если бы он один зашел, без человека. Хорошо. Скриен ледик по центра к кынеле, ши инвентация кума. И кларка ценит ку мафия. În legea 60 din 2012. Lăsați-mă cu regulamentul, vorbim de legi care sunt deasupra oricăror regulamente. Spălească regulamentul magazinului nou. Exact, și în și lege scrie că să-l plăsnească. E clar că poliția ține cu mafia. Rușine așa poliție. Halal organ. Ridicat, examinat și cu terorul spremul de publici. Cereți video integral, nu fragmente. Video integral. Faci, deci și dumneavoastră spuneți cum faceți voi, da. Eu răspund de acțiunile mele. Administrația să ceară scuze dacă e ilegal. Administrația, nu ceri scuze. Hai să rămâi fără cumpărători, administrația. Я не знаю, вот теперь у нас появляется претензий к вам.
Это ваши, подождите, ваши сотрудники, ваши сотрудники пытаются заставить человека незрячего отказаться насчет этого. Сейчас, я не могу вам сейчас на вопрос дать ответ. Но насчет как этот человек зайдет в магазин не зрячий, да, не собака, и как он будет? Так ему люди помогут. Так ему люди помогут. А почему так собака должна помочь? Собака имеет право зайти. Хорошо, насчет этого мы еще видим. Бей, полицейство со спарикой дускну, табе, елхабар на арбщилу метро есть. Тай полицист партизан, орий прост, орий платит. Вот это мой адвокат именно по инвалидам. Вот это вам обязательно надо. Я вас искал, но я не хотел делать повторный вызов. Вот какие, дайте мне его назад. Там все законы, наши права, все. Он указал, там полная жалоба. Собака. Ну и да, сейчас космолки будьте, я вам отцешник им ведет в этот текст. В этом документе все есть, он сейчас видит. Потому что ваши ребята сегодня спрашивали меня утром, какие законы. И я не мог ни одного закона дать. Видите, это выглядит. Что незрячий человек, который является инвалидом группы А, имеет право заходить в любые собака. Учреждения с собакой поводырем, на которой есть отметка, если что это собака поводырь. Магазин есть регламент. Но если будем делать дело, ворвешь не регламент. Парк и дуск плут. А да он полицей стипач не рызвей. Я сумка имею право. Леди иди супра урхерю регламент. Кум пост будет темпене аста. Стипач не рыз, иди скалифич. Чин сам наст. Чин сам. Domnul Oleg, el era singur? Și chiar dacă nu era singur, e câinele lui, ghidul lui. Lege scrie, poți intra cu câinele ghid. În lege scrie, poți intra cu câinele însoțitor. În lege scrie, poți intra cu câinele însoțitor. Domnul, să nu curcăm lucrurile. Magazinul era plin de oameni, toți oamenii ce puteau să-l ajute la rap. Era cu câinele lui. Era cu câinele lui. Te-ai descalificat. Lasă-mă cu regulamentul. Ești incompetent sau ești corupt? Sau ești corupt sau ești incompetent? Ești incompetent. Domnului, și văd neamurile și înțeleg că ești nepregătit singur, pentru poliție. Da, ești nepregătit pentru poliție. Sau ești corupt. Sau ești corupt. У меня к вам вопрос. Я с портфелем имею право заходить в магазин? Ну ты человек, сумкой можете. Зачем задавать эти вопросы? Иди, но еще арка дементе, се вада, как ты иди просто. Вадай, тари просто, он вас прифачит. С этим рюкзаком, женщина. Я с этим рюкзаком имею право заходить в магазин, не оставляя его в этих ящиках. В зависимости от регламента, я не суть он лет, я спину регламент тут скрыть. Нет проблем. А почему тогда там написано, что я не имею права заходить? Так что камера интерзисы интри. А колочку камера интерзисы, не лен по регламенту лор идиот. Выше закон или регламент магазина? Вы можете мне на этот вопрос? Что? Выше что? Что? Закон выше или регламент магазина выше? Каждого заведения с перекладом. Да, законы и пентру тот, свои полицисты, игнорант си ешь. Vai de capul tău și poliție. Și n-ai văzut prima dată. Sunt regulamente diferite la diferite magazine. Da, dar toate regulamentele subordonează legii, cadru pentru toți. Asta e mașina lui, așa-i? Mașina lor de poliție acolo. Aha. Mișto mașină ai, tovarăș polițist. Din salariu de polițist ai făcut mașina asta. Nu. O trimis nevasta de psihotare. Tata, mama, mătușa Tamara. Ai văzut ce părinți grijuli ei? Da, maladeț. Bravo. Și mai lucrezi la asta? Ce nu duci să lucrezi psihotare? Tot ești incompetent, nu-ți pichechi în legi. Regulamentul e cel mai important. Legile, cer să ai mașină bună. Hai, cer de la mama mașină bună. Ca prezidatul Dodon. Sunteți într-o minte amândoi. Da, la așa la tot mama i-a cumpărat toate milioanele. Ni rușine de așa organ. Băi, ar trebui să vă dea afară de seară, până în seară îți vă dea. S-a cumpărat mama mașină, nu ți-i rușine? Din pensie, din ce a cumpărat mama mașină? Că ni rușine de așa organ. Că ai spus că regulamentul e mai important decât legea. N-ai ce vorbi, mă mir că nu mă împuști, că ai pistol. Mă mir că nu mă împuști. Trebuie să vă dați seama, să aveți o puțină etică. Dar dacă nu-mi dau seama, ce-i să-mi faci? Etică trebuie. Hai să inventez amuși regulamentul de comportament intern, așa-i? Vai de capul la voi, să zici.
cel mai probabil mașina nici nu-i scrisă pe numele lui. Pe numele cumnatului, a cumnatei cumva păcălit, pe numele mamei. Ia că așa organe avem. Șeful lor e Andrina Stase. O să zic că nu poate face nic cu mătru-i șef la Inspectoratul General de Poliție. Și cu mătru nu-l pot spune să facă ordine. Acum, pe lângă scuze de la administrația magazinului și de la paznicul Bătăuș, ar trebui să cerem și demisia urgentă a polițailor ignoranți și incompetenți sau poate chiar corupți care se ocupă de cazul ăsta. Iată un magazin care trebuie ocolit, boicotat. Sunt alte magazine pe alături, acolo poate se poartă mai civilizat cu oamenii. Așa, pe alături.